Привет всем, с вами снова Висконти, и мы продолжаем играть в игру Alien Isolation. В прошлой серии мы раздобыли цилиндр сжатия, и теперь нам нужно отремонтировать лифт. Давайте же вставим этот цилиндр. Так, больно шумно. Поехали вниз, или куда там, наверх. Куда нас приведет эта дорога? Куда-то привела. Найдите выход с завода. Так, нужно сохраниться. Окейшки, сохранились. Пойдем дальше. Ух ты! И я видел нашу кису. Она спрыгнула вниз. Так, что у нас карта дает? Карта нам пока ничего. Потихонечку пойдем. Очень шумно. Очень шумно, там, похоже, люди. Тут ничего нету. Там дверь открыта, и мы туда и направляемся. Здесь еще я вижу лестницу. Попробуем. Может быть, это неправильно. Вот так мы дружим с людьми. Здесь у нас ничего нет. Дверь открыта. Клей. Там дверь открыта. Вентиляция. Больше нам ничего не показывает. Взять патроны. А мы давайте револьверы возьмем. Вот так вот. И потихонечку пойдем смотреть, что у нас здесь. И сюда ли нам надо? Нам бы карту найти. Вон там какой-то снова лифт. Тут дверь закрыта. Все на корточках. Компьютер. Недостаточно энергии. Так, энергия, энергия, энергия. Нам нужно найти щиток. Лифт, скорее всего, тоже не работает. Щиточек. Нет, смотрите, лифт работает. Но мы пока туда не пойдем. Та дверь тоже открыта. Сохранялочка. Отлично. Взять аккумуляторы. У нас нет места. Взять хлам. У нас тоже нет места. Да, подтверждаем.
И смотрим, что у нас здесь еще есть. Компьютер. Он работает? Нет. Войти в терминал, да? Отлично. Так, Утилиты. Утилиты, ничего нету. Компьютер нам ничего не дает. Оттуда пришли, туда идем. Честно, не знаю, может быть, надо было нам через низ идти и внизу подать энергию. Куда вот это идет? Скорее всего, туда же, где мы были. Если мы сейчас выйдем к заводу, там, где мы проходили, что вполне вероятно, я очень расстроюсь, можно так сказать. Ну, конечно. Блин, ну вот что же делать-то? Значит, нам надо на лифт. Так, сюда мы пошли. Сейчас сюда. Здесь никаких щитков нету, чтобы нам... А здесь нужен резак. Резак мы еще не нашли. Поедем вниз. Цель обновлена. Тоже мы в медицинском секторе и продолжаем играть. Шуметь здесь лучше... Вернее, отказаться от шума. У нас тут дверь. Устройство не работает. Ничего не работает. Чего мы сюда приехали? Здесь? Да, вот сюда мы можем зайти. И открыть дверь. Так, 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 так. Здесь что-то мне не нравятся эти звуки. Лифт. Что, у нас лифт работает, что ли? Ну, я не знаю, нужно ли ехать сейчас. Надо осмотреться, прежде чем ехать тут. На нас смотрит камера. Так, вот что-то у нас есть. Открыли. Ну, надеюсь, нас никто не ждет за этой дверью. Пока никого. Там дверь закрыта. Соблюдаем тишину. Нужен резак. Мы уже почти должны найти его. Хлам. Нам не надо. О, ребята, у меня такое чувство, что мы здесь уже были. Счетчик прохождений. Нас сосчитал. Тут, похоже, закрыто, и мы восстановить подачу энергии. Там трупы в мешках. Пока никого. Я же четко и ясно запретил вам высадку. Говорю же, мы вас не поняли.
Из-за сильных помех. А, мы принесли аптечку. Вы кто такая? Мы принесли аптечку. Сторонца. Опусти пушку. Отлично. Какого черта тут происходит, сэр? Где служба безопасности? Вся перед вами. Я видела существо. Что это? Не знаю. Его притащил Марлоу. Капитан Анесидоры. То есть корабль, который доставил вам самописи? Скажите, на вашей станции вообще есть где укрыться? Здесь разгуливает инопланетное существо. Андроиды нападают на людей. Треклятые андроиды. Рипли. Тейлор, нужна помощь. В госпиталь нельзя. Вопрос, куда можно? В штабе есть простейший аппарат жизнеобеспечения. Ну, похоже, нам в штаб. Чтобы попасть в штаб, нужно включить транзитную линию. Пульт управления наверху. Сэмуэльс говорит, вы инженер. Раз так, идите поработайте. А чё ж он на меня не смотрит? Убить, тварь. Идти наверх. Куда наверх? Пока ничего нету. Ладно, Уэйтс. Я включу транзит. А вы защищайте моих людей, пока меня нет. Надо сохраниться, ребята. Рикардо, а ты все время держи с ней связь. Тут, по-моему, была сохранялочка. Да, вон она. Сохраняемся. Конечно, да. И нам сюда. Лучше на корточках, так безопасней. Мы уже здесь были, то есть мы возвращаемся. Сотрудники компании «Севастополь Транзит» благодарят вас за то, что пользуетесь. По-моему, эти двери были закрыты. Пока никого. Тут же дверь. Ох, у меня нехорошее предчувствие. Очень нехорошее предчувствие. Ну, эту дверь, конечно, мы откроем. И почему здесь такой крест? Хоть бы карту дали нам. Это лифт. Ну что же, рискнем жизнью и поедем. Куда там они нам сказали? В штаб. Надеюсь, аптечка хоть немножко продлит жизнь Тейлор. Когда мы вернемся в следующий раз. Что это было? Что это? Нам направо. Ох, ребята, мне тут не нравится. Включить транзит. Нам бы сохраниться. Я вижу, где он включается. Но это не все, все не просто так. Здесь. Дверь закрыта, там какие-то восклицательные знаки. Точно. Я чувствую, что мы попали. Кто-то все вырубил. Я знаю, что ты здесь! Заткнись ты, гребаный робот! И чё?
слышал своими ушами. Эй, ты слепой? Пацан, я тебя вырублю, блин. Ты меня достал, блин. Там вот какой-то пульт. Так, тут мы включили. Но мы сюда больше не можем. Другой терминал. Посмотрим. Включить транзит. Я хочу вот спрятаться и посмотреть. Найдет, не найдет. То есть мы что-то открыли, я так понял. И выпустили, скорее всего, андроида. Включи транзит. Я знаю, что вы здесь. Выходите. Вон он. Мудень. Нам его не вырубить. Я буду вынужден доложить Аполло. Что делать, что делать? Я не хочу с ним связываться. Что нам нужно сделать? Он спускается. Здесь точно кто-то есть. Где вы? Я не смогу вам помочь. Что за музыка? Меня вызывает Аполло. Отмена поиска. Да, иди дальше. Ну тебя вызвали, иди. Сколько я могу тут сидеть? Я его не вырублю, ребята. Хрен тебе, блин! Вот так тебе. Используем. Что, лифт не работает? А, Тейлор, не блин, ждите, душа. Как скажете. Ребята. Мы очень сильно пошумели. Пока никого. Что это за кнопочка? Она же горит открыто. Взять хлам, но хлам нам... Блин, душа. Пойти в терминал. В первую очередь смотрю утилиты. Запустить транзит. Так. Что-то мы нашли. Наконец-то. Но у него, как я понял, кончается газ или что там, чем он заправляется. Вот баллон мы не можем взять. Ну что же, ребята,
Поздравляю, у нас резак. Так. Лам нам не надо. Скорее всего, нам этим резаком сейчас нужно здесь... Блин. Очень медленно. Если мы от кого-то будем бежать, я думаю, мы не успеем вырезать себе дверку. Очень хорошо, там очень темно. Звук у створки, блин, как виск у чужого. Спускаемся. На всякий случай выключу фонарик. Какой-то щиток. Посмотрим. Нам нужен доступ к дверям и все такое. Очистка воздуха. И что? И все? Я думаю, надо прослушать. Чтобы выжить, мы должны забыть про жалость. Что ж, пойдем. Ну так надо зарядить-то полностью. Вот так вот. Похоже, мы уже на транзитной линии. Да, мы на транзитной линии. У транзита какие-то люди. Осторожней там. Сохраняемся. Хранились и продолжаем. Транзит открыт, вижу. И там транзит открыт нам в какой? Запускаем. Правильно, все правильно. Я не намерен тут Да что ты, я в упор к тебя. Давай быстрей! Вагон следует до жилой башни. Соломон. Соломон. Так-так-так. Встретить Сэмюэлса, Тейлора и СБ. Что за СБ?
служба безопасности. Больше вариантов нету. Посмотрим, что здесь у нас. Здесь у нас ничего. Датчики не работают. Сохраняем игру. Отлично. Ничего не показывает, куда нам надо идти. Может быть, туда. Мы в штабе службы безопасности. Поднимитесь по лестнице и поверните направо. Меня не встретят? Сами найдете. Отбой. Конечно, найдем, блин. И поверните направо. Это не сюда? Нет, похоже, нет. Лучше не бегать, хотя бы ходить. Ох, нам нужна аптечка срочно. Аптечка. И сразу применяем ее. Потому что мы бы скоро сдохли. Я совсем забыл смотреть на индикатор жизни. Вот так вот полная жизнь. Я бы еще раз сохранился. Куда здесь? Направо. Тут большой зал. Там вход вниз куда-то. Но там закрыто. Нам бы чертежи, потому что я не все чертежи собрал. Коктейль Молотова очень хорошая штука. Она отпугивает чужого. Кроме огнемета, наверное, это единственное, что может его отпугнуть. Вот так вот. Когда тебе надо, кинул в него и все, и он убежит. Огнемет нам пока недоступен. Какой-то ящичек. Открыть. Патрон для револьвера. Так, зачем нам эта штука? Револьвер. Угу, отлично. Все правильно, идем? Да. Нам сюда. Дверь открыта. Маленькая какая-то дверь. Пока никого. Спокойно, спокойно, теперь все будет хорошо. Уэйд знает, что делать. Знает он? Да ладно, пока его дела не привели ни к чему хорошему. Это хорошие люди, не хорошие? Здесь мы будем в безопасности. Попробуем. Это ты? Ты включила транзит? Я. Здорово. Так, по-моему, хорошие люди. Кто-то сюда приближается, по-моему. А, нет, Тейлор. Мы в штабе. Скоро уже на ногах. Мы в штабе. Отлично. Нет, можно, в принципе, закончить нет. эту серию, чтобы в следующей Кто начать установили работу транзитной линии? С самого чтобы интересного. Где Рикардо? Выполняет мое поручение. Я занят. Тут в камере Марлоу. Какие-то летающие тарелки у него нарисованы. Сюда ваш самописец. Где корабль Марлоу? Где Анасидора? На парковочной орбите.
Этот мерзавец не дает нам коды, чтобы привести корабль сюда на автопилоте. Может, хоть вам удастся его вразуметь? Поговорить с ним? Поговорить с Марли. Но мы это сделаем в следующей серии. А пока я с вами прощаюсь. С вами был Висконти. Всем пока.